1 год и 6 месяцев в колонии общего поселения со штрафом 30 тысяч рублей. Такой приговор вынесен Кировским судом Махачкалы уроженцу Каспийска Али Султанову по статье «Незаконный сбыт оружия и хранение наркотиков в особо крупном размере». В начале февраля текущего года сотрудники МВД России, отрабатывая оперативную информацию, задержали Султанова на месте преступления, когда он пытался продать самодельный пистолет-пулемет с глушителем за 70 тысяч рублей. При обыске у него также было найдено около 8 грамм марихуаны. Дело проходило в особом порядке, без судебного разбирательства, так как подсудимый признал свою вину.